Сарафан или роскошное платье с кринолином? Конечно же, и то, и другое. Дамы предпочитают разнообразие. А Александр Пушкин хорошо изучил женщин. На сцене Курского драматического театра одна из самых романтичных историй в нашей литературе. Практически Ромео и Джульетта, но на русский манер. Барышня-крестьянка. В середине декабря к нам вернулось лето. Вот волшебная сила театра. Белоствольные березки превращают сцену в бескрайнюю рощу. Лучшее место, чтобы найти свою любовь. Я непременно хочу снова с тобой видеться. А я как-нибудь еще приду. За грибами. Когда же? Да хоть завтра. Он сын богатого помещика. Она тоже из знатной семьи. Но вынуждена это скрывать. Ведь их отцы точь-в-точь Монтекки и Капулетти. Запретная любовь. Что может быть романтичнее? В моей жизни ее очень много. Я думаю, что и в жизни остальных людей присутствует романтика, никто ее не может исключить. Даже если кто-то хочет, у них не получается, потому что наша жизнь нас наталкивает на такие события, где преобладает больше сердце, нежели голова и разум. Повествование развивается неспешно. Знакомые со школы перипетии сюжета разбавляют народные песни и юмористические диалоги. Там русский дух, там Русью пахнет. Я туда вложила столько любви своей личной и по отношению к автору, и по отношению к зрителям, и по отношению к актерам, которые этот мой замысел осуществляли. И все те люди, которые помогли нам собрать эту проникновенную историю, это тоже любовь. И мне очень хочется, чтобы просто она была. Взяться за «Барышню-крестьянку» было непросто. Пушкин ведь писал не пьесу, а повесть. Пришлось адаптировать для сцены киносценарий Александра Житинского. Так что постановка получилась уникальная, чисто курская. Пушкина я очень люблю, и мне кажется, это история, которая будет очень интересной. И вообще Пушкин в театре Пушкина – это очень символично. Увидеть премьеру можно будет в эту субботу, 12 декабря. Ангелина Рязанцева, Максим Леонов, телеканал «7».